Положи на место. Ты что делаешь? Положи на место. Отдай. Фу. Что ты вытворяешь? Положи на место мои вещи. Это кадры из жизни современной школы. Такая история могла произойти и в реальности, хотя на видео познавательный ролик, как не надо себя вести и школьникам, и педагогам. Вы делаете объявление о предстоящем субботнике, да? И один из сильных учеников встает и говорит: физический труд – это для тупых. И у него тут же находятся сторонники. Придумайте, что ответить. А это уже занятие в Алтайском педагогическом вузе. Конфликтные ситуации здесь рассматривают в рамках предмета педагогика. Правда, быстро сориентироваться, как поступить в сложной ситуации, у второкурсников не всегда получается. Преподаватель говорит, все приходит с опытом. Но такие занятия будущим учителям просто необходимы. Такие как раз-таки практикумы дают возможность сразу реагировать и все. И настраивать как раз-таки нормальные отношения с детьми. Дети, они сейчас как губка. Они впитывают все то, что ты им даешь. Если ты зашел на них сразу, сели, встали, вот это вот, знаете, негатив какой-то, они постепенно привыкают к твоему крику, и, ну все, ты потерял класс. Если ты к детям подошел с таким пониманием того, что они уже личности, им это важно понимать, что они личности, ты уважаешь их границы, поверьте, они будут бежать к тебе и обниматься. Инна в школе первый год, но чувствует себя уже вполне уверенно, хотя изначально небольшой страх все-таки был. Но помогли наставники. Программу наставничества в 73-м лицее применяют уже 3 года. Студенты педагогического вуза даже просятся сюда на практику, чтобы получить неоценимый опыт. Мы сначала изучили дефициты студентов, спрашиваем, да, что им интересно, какие сложности, какие трудности. А вот какие? Вот что они говорили вам? Ну, здесь по статистике, так скажем, если рейтинг выстроить, да, то спрашивают помощь в организации, например, классных часов, организация родительских собраний. Я когда шла, я боялась 10 класса. Но вот опять же, это то, что казалось тебе, вот они тебя не будут воспринимать или еще что-то. У нас в школе очень хорошо развита система наставничества. Я перед тем, как идти, я: Сергей Иванович, помогайте мне, рассказывайте. Ничего не бойся. Собралась. Он мне рассказывает про особенности детей. То есть, конечно, когда ты изучаешь это на парах, это одно. А когда ты выходишь в жизнь, это другое. Не случайно, что в 73-м лицее десяток молодых педагогов, и конфликтов между ними и учениками почти не случается. Ну, разве что такого плана. Когда учитель поставил оценку, но не объяснил, почему им это, такую оценку поставил. Например, у тебя одна ошибка, и поставили тройку. Но ты непонятно, почему именно тройка, а не четверка. Тянем руку, а нас просто игнорят и переходят на другой вопрос. И сразу приходит какая-то обида на учителя. К слову, и подобные незначительные недопонимания, и гораздо более серьезные конфликты легко разрешить, уверена психолог. Стоит попробовать сотрудничать с детьми, и этому тоже молодых педагогов учат. Рекомендуется, чтобы каждый учитель, особенно классный руководитель, когда мы организуем, допустим, встречу, мы должны заключать некое групповое соглашение, групповой договор. Давайте, что у нас в классе будет принято уважать друг друга, да, поднимать руку, когда мы хотим что-то сказать, да, просить разрешения, помогать друг другу. В Барнауле за последний год серьезных конфликтов между учениками и педагогами не было, но, по крайней мере, до комитета по образованию такого рода информация не доходила. Жалобы не на общение, не на педагога, а бывают там, ну, просто не поняли, не дошли. И очень часто, когда начинаешь выяснять ситуацию, конфликт исчерпывает сам себя, потому что если конфликт возник в школе, конечно, надо решать его и в школе. Однако молодые педагоги, если брать ситуацию в целом, а не конкретно 73-й Барнаульский лицей, из профессии частенько уходят. И далеко не по причине конфликта педагог-ученик или педагог-родитель. Уходят из профессии, наверное, тогда, когда, мне кажется, что если сталкиваются с такой жесткой административной линией по отношению к педагогу, и когда они понимают, что требований слишком много, они жесткие, они не гибкие, и понимают, что нет, вот, не ценится, может быть, вот, контакт с детьми. Скорее всего, наладить изначально, опять же, да,
чтобы у них какие-то ежемесячные, возможно, встречи, да, с администрацией школы и со всеми учителями. В чем трудность, да, как решать, какие варианты есть. То есть обсуждать, не делать позицию сверху, я знаю тут все, да, потому что хороший руководитель тот, кто еще интересуется, в чем нуждаются, да, сотрудники. Так что проблемы сегодняшних педагогов не всегда лежат в плоскости низкой зарплаты или конфликтов с учащимися. И хотя школьники сегодня действительно особенные, найти с ними контакты и исключить конфликты, по словам тех же молодых учителей, не так уж и сложно. Если ты не наседаешь, не, как правильно сказать, не стараешься вот палкой его подчинить, а показываешь, а я свой предмет могу вам подать вот так, а я, например, на обществознание могу приводить примеры на вашем инстаграме. Почему нет? И у них вот такие глаза. Я сама не понимаю, как я это завоевываю доверие. Например, в субботу мне позвонили из Мариера, я получила звание «Любимый учитель». Вот за меня проголосовало 209 голосов, отдали ребята. Я не знала же про этот конкурс, я не думала, что я в нем участвую. Вот как-то доверие, наверное, заслужила. Наверное, здесь за все зависит все-таки от характера человека, от его умения общаться. Насколько он может донести, убедить ребенка в чем-то, настолько он будет успешнее в своей профессии. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком.